В Омске завершается ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. На эти цели из бюджета выделено 50 миллионов рублей, и хватит на 60 тысяч квадратных метров асфальта. В списке 164 объекта. Если не начнутся дожди, коммунальщики обещают успеть закончить работы до конца недели. На данный момент сдали 158 тротуаров. Приоритет отдают подходам к социальным объектам. Впрочем, без тротуаров остались ученики новой 24-й школы в микрорайоне Кристалл. Пешеходные дорожки тут есть, но лишь с одной стороны здания. Тем же, кто идет в школу со стороны улицы Дмитриева, лучше запастись сменной обувью. Тут детей водят в школу. Я хоть не часто хожу, но дети постоянно ходят. Здесь обязательно нужен тротуар. Причем грязь, вы знаете, она такая жирная, она налипает на ноги. И практически невозможно с этими бутсами идешь. Ремонт тротуаров не предусматривает установку бордюров. Без них дешевле, примерно на 50%. Но, скорее всего, на новых тротуарах будут парковаться автомобилисты, что сократит срок службы тех участков, на ремонт которых деньги все-таки нашлись.